Всех приветствую, ребят. Всем кукуси. Идемте. В прошлой серии мы, по-моему, на этом и остановились с вами. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Что ж такое-то, а? Не знаю. Должен быть другой путь. Думаешь? Идем. Вот зараза. А мы по балкам не можем взять руками и по балкам пройтись? Ну, то есть схватиться вот по балкам и сюда залезть, не? Нам обязательно вниз идти. Ну, не хочу вниз, сейчас тут жуки будут. Вот что-то мне чувствуется. Чувствую что-то своей, как говорится, пятой точки, что сейчас тут будут жуки. Потому что ж ты не зря, да? Мне начал говорить, что у нас здесь жуки откопанные. Так, давайте примем спрей. Все, пошли. Блин, нужно будет себе купить граната. А это кто? Патроны револьвера. Мне они не нужны. Травичку мы перевернем, я сказал, вот сюда. Все, и место у нас с вами будет как раз для этого, как его, РПГшки. Так, боеприпасы. Я таки извиняюсь, но я делаю себе для дробовика. Потому что дробовик штука прикольная. А вот и звуки жуков, да? Да, да. Вот про... Ах ты, падла. Ах ты, падла. Ах ты, падла. Слышь, Санчо, а ты не хочешь помогать мне? Нет? Одни напарники в начале серии, один отошел посад, второго тоже что-то куда-то дели. Этот помогать мне не хочет. Куда нам идти? Один есть. В какую сторону нам идти нужно? Угу. Прямо и налево. Ну ладно, в какую сторону мы не пошли, да? Наверное, любой нас выведет. Все, 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 все. Все, все, все. До побачення. Ага, сапфир, хорошо. Я надеюсь, с помощью сапфиров мы так насобираем. Так, уничтожить все входы в улей. В улей уничтожить все входы. Идем уничтоживать. Уничтожать, уничтоживать все входы в улей. Еще. Еще? Фу, насекомое. Себе. Будь другом, перебей. Ах ты, падла. Можно, конечно, было взять бы дробовик бы, но, к сожалению, с дробовика с них не выпадают патрошки на дробовик, а чисто на пистолет. Так, а это что у нас? Надеюсь, хоть кого-то уничтожил. Не показалось. Блин, здесь только переулков, только разветвлений, даже без понятия, куда тут и бежать. Ага, ага, ага. Думал запрятаться, да? Вот это тебе и оно. Будешь знать. Так, куда нам? Нам налево. Налево. Это то есть вот сюда, правильно? И по прямой. По прямой до конца. Никуда не сворачивая. Ну, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай.
Бум. Какая красота. Какая красотень. Не, не меня. Давай, Санчо Панцо, спасай нас. Давай, заходи. Ну заходи, да быстрее, да быстрее. Долго делаешь, смекаешь, о чем я? М? Устал. Хорошо, что придумали лифт. Да-да-да, согласен. Я одного не пойму. Зачем ты так рискуешь? Мы ведь для тебя никто. Я же сказал, мне от этого легче. Хоть раз ответь прямо. Лос Иллюминадос. Я на них работал. А, вот оно что. Помогая вам, я не смогу искупить вину, я знаю. Но все же я не хочу, чтобы люди страдали. Ну, раз так, будь посерьезнее. А ну-ка цыц, Санчо Панса. Я его пристрелю, серьезно. Выбрались из этой дыры. Свежий воздух зовет нас. Порфин. И раз уж мы добрались сюда, значит, мы почти... Почти что? Да ладно. Луис! Жесть. Давненько не виделись, салага. Да не говори. Какого черта? Зачем? Разыскиваю украденный груз. И заодно крысеныша убиваю. Плевое дело. Эшли, это был ты. Умный мальчик. Чему я тебя учил? Ножи быстрее. Неплохо. Жесть. Разминаемся, салага. Не-не-не, а можно мне пушку? Ты что, подчиняешься сектантам? Они тут вообще ни при чем. Я сам сделал этот выбор. Ну, у меня же вот пушки есть, дайте пушку, пожалуйста. Ага. Майор, ты совсем свихнулся? Нет, я мыслю трезво и чётко. Соберись, падла. Как тебе такое? Это всё. Нет. Убиты все. Без церемоний. Без жалости. Враг был очень силён. Ах ты, падла. Желание завладеть такой. Беги, просто беги, Леон, всё. Каждый сам за себя. Хватит. Ты ни черта не изменился. Как же обидно. Конечно, суперсилой против меня здесь. Так же ж нечестно. Что, друг, плохи мои дела, да? Все девушки мира будут скорбеть. Помолчи. Вот, бери ключ от лаборатории. Иди туда и извлеки этих паразитов. Спаси Эшли. А если на ранку пописать? А не, это при ожогах от медузы. Знаешь. Ну да, тебе, конечно. Я
я жил по-мудацки. Но теперь-то... Что скажешь, Леон? Люди меняются? Да, ну такое себе. Ладно, давайте дальше. Давайте дальше смотреть, что нас тут ждет. Что ж, прощай, Дон Кихот. Так, ключ. Ты не поплатишься, Краузер. Ага. Возьмем мы только РПГшку с собой, ребята. Он по-любому поплатится. Куда нам нужно теперь идти? Дело лаборатория. Карта обновлена. По прямой, да? Окейушки. Побежали. Побежали, побежали. О, дупло. Леон, а, нет. Времени мало. Слушай внимательно. Твоя подруга на вершине часовой башни. Поспеши, иначе она станет такой же, как и они. А, у тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо. Да. Так, идите к часовой башне. Идите к часовой башне. Посмотри, наверняка что-то понравится. Да, давай посмотрим. Привет. Здорово. Что покупаем? Я продаю. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Шикарно. Спасибо. Пожалуйста. Так, продай мне мою самую любимую вещь. Нет места. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Врешь, по-любому врешь. Итак, Так, давайте смотреть. Боеприпас. Пистолет, патрошки на винтовку, патрошки на ППшку, патрошки на пистолет. Бум. Бум, бум. Так, травушка, муравушка. Так, чпук. Чпунь. Ходи в... Все, сам ходи. Будем пользоваться лифтом с вами, а ты ходи. Все. Любой привет. Давай купим. Да, привет. Не мне судить, конечно, но порой доброго пути. Да, давай. Тебе также. Удачки. Все, сохраняемся. И я надеюсь, что это будет с нами. С вами финальная серия. И мы наконец-то спасем нашу малыху. И отправимся домой. А вот и часовая башня. Эшли, держись. Да, Эшли, держись. Так, берем дробовик. Не время, как говорится, сохранять патроны, а время тратить их. Бум, что-то начало подлагивать, да? Сейчас, секунду. Походу, что-то начало подтупливать. Ну, такое. Так, идем-с. И где все? А где же все эти? Ой, нет, только не говори, что это...
Что это очередной чудес сейчас будет? Или это этот, как его, статуя? О, здорово. Карнишончик. Какое же завидное упорство, мистер Кеннеди. Однако, боюсь, твой путь завершен. Прогнать нарушителя! Он мне напоминает чувака со Шрека 4-го, рыжего такого. Кто помнит, как его звали? Вечно он пакости делал. Так, как же его звали? Так, кто помнит, как его звали, напишите в комментариях, пожалуйста. Ой, как же хорошо. Как я обожаю дробовик. А ты не хочешь еще сдохнуть, не? Его как-то рунпель-шпумпель, по-моему, как-то рунпель его. Как-то его рунпель-шпумпель звали. Так. Использовать хорошо. А вот и рыбка нам пригодилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Так, вы что, издеваетесь? Это мне нужно сейчас успеть перебежать. Да, мне нужно дождаться, пока мне сейчас огонь сюда дойдет, и перебежать. Прикольно, прикольно. Все. Лови саечку за испуг. Горю, ребят, горю, не вижу ничего, горю. Не вижу ничего, горю и не вижу ничего. Ах ты, падла, ножичком кидайся, да? Так, стопы. Это что-то новенькое. С огнем это что-то новенькое. Лови саечку за испуг. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приятно быть гостем в таком месте. Ага, то есть мы можем... А куда нам надо вообще? Нам нужно наверх или наниз? Так, дополнительная цель. Часовня в башне. Башня, часовня. Ладно, побежали наверх, попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Падла, да? Шариками, знаешь, бросаешься. Стой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну шо, нравится? Падла. Ну, походу, я зря, да, сюда поднялся? Так, нам, наверное, вот сюда вниз. Нам, наверное, сюда и за рычаг дергнуть надо. Все, до побачення. Так, я, да, я вижу, ребят, что лагает, но не могу ничего поделать с этим. Но с этим ничего не могу поделать.
Надеюсь, когда мы поднимемся, оно разлагает. О, сеньоры. Ах ты, падла! Ах ты, падла, стой, 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 нет, 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 нет. Не обзывайся. Не обзывайся, некрасиво. О, сеньоры. Блин, а чё он так лагает? Ага, ага, ага. Сеньоры, сеньоры. Так, надеюсь, нам сюда, да? Я сам в шоке. Все, приехали. Блин, давайте выходить, потому что реально оно лагает. Все, шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Так, куда нам? Нам сюда. Не знаю, что так подлагивало, как говорится. Я таки извиняюсь, сори за глаза, но... Понятно, прямо направо до конечной, окей. Ну, такая игра. Что я могу сделать? Вот такая вот... Вот такая вот игра. А-а-а, мне бежать нельзя. А что ж ты не сказал? Не, я слышал, что оно трещало, конечно. Я думал, можно пробежать. Ну ладно, ладно. Давай. О, сеньоры. Угу, а вот этот румпель. Эшли. И Эшли. Вот румпель и Эшли. Так. Кто тут? Ага, ага, ага. Ну все. Вот скотина. Идем. Идем, идем, идем. Только не спеша, потихонечку. Потихоньку не спеша, да? Может, присесть нужно? Да, нужно не спеша идти. Ла-на-на-ра-на-на. Просто как Джон Вик разобрался с ними. Это высший уровень стрельбы. Так, мне нужен спрей. Лекарства у нас с вами много. Это хорошо. Это хорошо.
Не знаю, если бы оно так бы не лагало и не подвисало, можно было бы, конечно, по-другому как-то поиграть в эту игрульку. Так, тяжелая граната. Взять, надеть. Нет. Быстрый доступ. Сюда. Все, хорошо. Итак, девушка у тебя. Все, как я и обещал. Скажи владыке, чтобы не забывал о верности своего слуги Рамона. Эшли! Леон! Как глупо, мистер Кеннеди. Владыка Сэдлер одарил тебя своей милостью. Много болтаешь. Но ты так и не... Ты грубая, бескультурная... Шавка. До побачення. Так, супер-пупер-босс, правильно я понимаю? 0 для этого у нас есть РПГшка, ребят. Позволь показать силу, что даровал мне мой владыка. Силу бога. Все готово к финальному акту. В моей пьесе ты всего лишь статист. Стоп, 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 стоп. Мистер Кеннеди, так что не увлекайся, ты уже сыграл свою роль. Такая пьеса не... Прошу, помоги мне, владыка Сэдля. Say goodnight. Так, румяна. Ну, ребят, с помощью РПГшки... Можно было его завалить сразу же, так что все, кто будет играть, к примеру, там на супер-хардкорной сложности, супер-хардкорная сложность. Надо спешить. В играх, если вы не знали, это количество попаданий в тушку противника. Ну, то есть, так что. От того, что я, к примеру, 3 или 4 раза в него попал бы с РПГ, это там ничего не поменялось. Так что как-то так. Идем. Просто реально не понимаю такие игры, в которых, к примеру, там противник не блещет умом, не прячется за укрытием, там не пытается как-то тебя обмануть, а просто нужно у него раз в 30 больше попасть, чем в обычном режиме. Так, тихо, ты это слышал? А, это лодка. Краузер, куда ты ее везешь? Мне тоже это вот интересно. Надеюсь, мы успеем спасти Эшли. Я просто в эту часть не играл. В эту часть я не играл, так что я не знаю, чем это все закончится. Так, беседы, хорошо. А куда нам вообще нужно? Ага, понял, сюда. Так, а давайте посмотрим, нет ли тут ли торговца. Торговца тут нету. У нас здесь беседы только. Так, что это такое? Я подвел вас, милорд. Я не сумела исполнить вашу последнюю волю. И уберечь мальчика от греховного пути. Я замечала, что еще в раннем детстве господин Рамон проявлял свою злую натуру. Спасибо, что так много написали. Лучше бы патроны поставили, серьезно. Я, конечно, не против почитать на досуге, так сказать, но лучше бы оставляли потрошки. Супер. Все-таки не вплавь. Погоди. Раз тут огонь фиолетовый, значит, тут должен быть торговец или нет?
Или нет. Ладно. Что-то говоришь? Главное, что не вплавь. Ну да, согласен. Давай, поплыли. Спасем нашу китюню. А, черт. Что ты ищешь? И долго ты тут стояла? Так и представляю, как она стоит за углом. 3 часа и ждет. Говорит, сейчас он сядет в лодку. И я такая выйду и скажу, что-то ищешь. Так, ты шо, нравятся мне вот эти вот такие сцены. Так, давай смотреть. Хочешь мне что-то сказать, да? Хочу спросить. Но вряд ли получу прямой ответ. Ты когда-нибудь глубокий делала? Ракун Сити. А, Ракун Сити, сори. После катастрофы мир стал другим. Хочешь спасти одну душу, гибнет сотни. И я стал другим. Ты? Леон Скотт Кеннеди? Ты все такой же. Тебе только кажется. Тогда скажи мне. Ты другая, Ада? Или опять используешь меня? Сам как думаешь? Мы на месте. Думаю, использует. Да ты шо? Думать вредно ли он? Бэтмен, ты? До встречи. Вот так всегда. Это была Бэтвумен. Так, глава 13. Карта обновлена. Следуйте за Эшли. Ага. Дополнительные цели. А Эшли у нас где находится? Не знаю, наверное, узнаем после дополнительных целей. Что у нас по боеприпасам? В принципе, нормально. Только я не помню, на кого я РПГшку потратил. А, на румпеля шпунцеля, по-моему. Эшли. Вот ты где. Так, я таки извиняюсь, а это что такое? Это что такое, как мы это пройдемся? Ох, сколько тут пчелок. Надо смотреть в оба, могут ужалить. Да-да, согласен. А нам нужно прям прорываться? Прожекторы. Опасно. Ой, начался стелс, правильно я понимаю? То есть мы сейчас будем должны все делать по стелсу. Я Арчи. Так, ладно, давай. 41 патрон. Ой. Так, ага, нужно обойти и выключить тебя. Да, он достали библиотеки. Бум. Хорошо, отлично. Ну, скажем так, на этом моменте мы уже испалились, потому что мы отключили с вами пчелку.
Так, тихо. No. Согласен. Полностью с тобой согласен. Все. До побачення. Так, что у нас тут? Угу, тут нам не пройти, хорошо. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Один есть. Фу, падла. А может быть мы переиграем это все или не получится? Или не получится переиграть? Свин-паук, 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 свин-паук. Пере. Донде стали библиотеки? Перезаряжайся. Серьезно? Свин-паук. Без тебя мы как без рук. Все, а мы свин-паука убили. Ага. Прикольно. Так ладно, ну раз мы уже спалились, что я могу сделать? Побежали. Да отстань, пожалуйста, отстань. Не до тебя. Реально не до тебя. Блин, а чё я подумал, что вот это вот... Это не дробовик, а гранатомет был. И что я наделал? Чё за бред? Как пройти? Свин-паук. Ну, залезь, пожалуйста. Ладно. Попробуем пройти. Прошли, проверяй. И что мне делать? Куда мне деваться? Как мне это все пройти? Ага. Нам, наверное, в любом случае придется спалиться, правильно я понимаю? Антрампаремо! Блин, может спалиться и тут их подождать? Лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам.
Так, хорошо. Ты ж сюда не залезешь никак, правильно я понимаю? Антропоремо! Так, и шо? Антропоремо! Мяу! Мяу! Вот такая... Кис-кис она минималка, знаешь, мяу! Подгулявшая киса. Мяу. Мяу. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Давай, давай, давай. Ах ты, падла. Свин-паук, свин-паук. Помните, откуда эта песенка была? Из Симпсонов. Гомер ее пел. Все-все-все. До побачення. Да он достали библиотеки. Кто это? Кто это делает? Слышь, хорош кривлец. Ну да. Это ты кому влён? Мне? Или эти персонажем? Один есть. Все, до побачення. Так, ну если я сейчас передел... Я ж не могу, да, залезть вон... Вон туда залезть. Вот сюда же не могу залезть. В эту вот штуку. Не хочет оно его сюда залазить. Только почему, я без понятия. Так, что у нас тут? У нас тут ничего нету. Но мы точно не спалились. По-любому... По-любому никто не знает, что мы тут. Так, а мне что делать? Куда мне? Сюда я тоже залезть не могу. И дальше пробежать я тоже не могу. Видите? И тут пройти не могу. А мне наверх нужно. Мне нужно как-то наверх пройти, да? Правильно? Ну да, вот лестница наверх. Может, нужно что-то с собой взять? Может, нужно с собой взять что-то, типа, чтобы перелезть? Да, походу, нет. Походу, нет. Ну, вот смотри. Бомс, оно перенаправилось вот сюда. Сюда как пройти? Оно не хочет F-ку нажимать. Разбежавшись, прыгнуть со скалы или что? Если я нажму, оно обратно вернется. Оно его не выключает. Оно его не выключает.
И что мне делать, я не знаю. Не знаю, как вариант сюда. Ага, ага, все, я умный, Арчи умный. Арчи умный, все, красавчик. Пошли. Карта обновлена. Карта обновлена, хорошо. Аиста! Сам ты падла. Чё сказал? Повтори-ка мне на ушко, что ты сказал? Блин, ну тут же должны быть патроны у них, правильно? Нельзя... Ах, ты кусаться будешь, да? Падла. Неужели нельзя было... На. Пополнить запас патронов у них. Ты чего? Ты чего творишь, алло? Нормально же общались. А ты подыхать не собираешься, не? Нет такого желания. Ладно, зато у нас с вами есть писеты. Только толку от них. Сам козел. Нормально же общались. Да-да-да, насколько ты тупой, я вижу. Все, молодец, спокойной ночки. Считайте, что прошли по стелсу. Да, по-любому. По-любому так и есть. Бонжур. Все, спокойной ночки. Ах, тру-ля-ля. Блин, все хорошо, если бы у нас еще нож бы не ломался. Не в плане, я такое не буду их убивать, все, а в плане то, что он реально ломается, повреждается, вот. А это все печалька. Давайте попробуем боеприпасы сделать. Вот патроны для дробовика. Ба-ба-бум. Бум. Так. Стрелы X7. Пусть будут, мало ли. И травушка-муравушка. Все, шикарно. Пошлите дальше. Ага, мне нужно тебя взорвать, правильно я понимаю? Либо неправильно понимаю. Куда мне вообще нужно? Вообще туда иду? Нет, походу не туда иду, да? Мне нужно сюда вниз. То есть мне нужно сейчас вернуться назад. Я думаю, если я сейчас бочку стрельну, она взорвется, она не разломает, да? Не, разломала. Разломала. Только что это мне дает? Ага, это сокровище. Ля. Это киса. Это киса воробьянов. Ладно. Идемте смотреть, куда нам нужно.
Походу сюда. Да, походу сюда нам нужно по прямой, по прямой. Дон, где стали в библиотеке? На. Получи. Ой, я случайно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо дело. Все, конечно. Это, конечно, ребят. Дон, где стали? Библиотека. Отстань, пожалуйста. Так, три патрона нужно на базуку потратить. Нужно потратить на гранатометчика. Еще. Так, все, уходим. Я не знаю, что тут комментировать, просто уходим. Пожалуйста, выходи. Правильно идем, да, правильно идем. Блин, у нас патронов нету, ребят, все. Патронов нет, бронику хана. Эшли держит тут. Бронику хана. Из оружия у нас с вами только граната и арбалетные болты. Так, куда нам нужно? Налево и наверх. Налево и наверх. Не знаю, как мы сейчас будем с последним боссом сражаться. Но дела у нас с вами плохие. Так, где пищит? Куда нам надо? Где пищит? Куда нам надо? Ага, нам дверь куда нужна? Электронный замок. Ой, так не говорите, что мне сейчас ключ нужно искать. Только не говори, что мне нужно искать ключ. Черт. Где мне его искать? Так, давай сохраним. Так, не, давай куда-то сюда. Где электронный ЗЗ? У нас ключ находится. Наверху, да? Да-да-да. По-любому. Все, тихонечко, пожалуйста. Да, не слышал ты, не рассказывай. Не будем тратить. Блин, может попробовать на семерку, где наши семеры? Пострелять с арбалета. Не тратить пока потрошки. Пока мы в замкнутом помещении. Куда нам идти? Где электронный ключ находится? Где находится электронный ключ?
Угу, то есть мы вернулись. Заперто. Вернулись обратно, правильно я понимаю? Ой, не-не-не, там бабайки. Все. То есть мы вернулись с вами обратно, хорошо. Так. Где челики? Да-да-да, стою. Сколько вас тут? Да не ври, ты меня не видел. Не ври. Все, тихо. Все. До побачення. А вот и электронный ключ, да? О! Красиво. Жизнь красива, когда можешь пройти по стелсу. Патрошки. Дайте мне патрошки. Патрошки для дробовика X3. Спасибо большое. Спасибо вам, ребят. Просто огромное, огромнейшее спасибо за 3 штуки. Я смогу, наверное, себе их засунуть. Ладно. Ну и на том спасибо. Эшли, очнись. Да дай поспать спокойно. Черт. Держись. Спасите, Эшли. Ой, ты слышишь этот звук? Я не хочу прыгать туда. Синема. У меня нету патронов, чтобы с ними сражаться. А это этот буйвол. Ладно. Давайте подождем. Сейчас он пойдет назад. Мы попробуем этого вырубить, а потом этого быка. Если получится, конечно. Все. И теперь быка, пожалуйста. Все, хорошо. Шикарно, ребят, вообще без палева. Ну нет, не нужно, я не хочу искать больше карту, я хочу закончить эту игру, ну пожалуйста. Но мы и так уже долго с вами ее проходим. Нам не нужна карта. Не нужна она мне. Заперто. Понял, надо будет Эшли потом подсадить туда. Хорошо. Сюда и залезу. Так, давай смотреть. Чё тут, писеты? Хорошо. Ага. Не-не-не, ты меня не видел, не ври. Не ври, не видел. Все.
Нет, 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 это стелс, это стелс. Ничего не знаю, но это стелс. У меня ножик еще ломается. Походу, у меня там на 1-2 удара осталось. Ах, ты, падла, подглядываешь. Сам ты секель. Давай, поворачивайся. Давай, поворачивайся, говорю, придурок. Так, что это такое? Порох X2. Да ты издеваешься. Да-да-да, по-любому. По-любому, я тебе верю. Так, нормально. Нормально, потихонечку, давай. Блин, я иногда молчу. Не спалиться, такое чувство, что меня здесь они услышат. Как я разговариваю. Так, ну здесь сохранялка пошла. Почему здесь пошла сохранялка? Что у нас здесь интересного? Блин, я забыл, что нам нужно уже. Ключ-карту, да, мы, по-моему, ищем. Если не ошибаюсь, мы ищем с вами ключ-карту. Так, что у нас тут находится? Ничего, да? Да, ничего нету. Испугал меня, падла, не поверите. Я только хотел посмотреть, сколько у меня патронов, и этот выпрыгнул. Выпрыгнул. У-у-у, ни игра, нельзя так пугать. Реально. Есть новинки, испугал меня, падла. Привет. Здорово. Есть кое-что новое, чужак. Так, кубическое устройство. Не знаю, нам кубическое устройство. Готов зачем? Купить почти все. Зачем? Так, румяна, эту штуку. Эту штуку. Рубины, рубины. Бананы, кокосы. Куплю по высокой цене. Приходи. Апельсиновый рай. Так, давай смотреть. Нам нужно переместить это все вот сюда. Это что такое вообще? Что это такое? Кто это? Кто посмел сюда это положить? В любое время. Привет. В продаже есть очень редкие вещи. Чувак. Так, мне нужно починить нож, во-первых. Отлично получилось. Починить дробовик. Дробовик этот, как его... Ну, вы поняли. Бронежилет. Ракету. Все ж не мне судить, конечно. Но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Но если бы ты еще вернул бы мне мой 1 000 000 песетов, было вообще бы хорошо. Говорят, чем больше, тем лучше. И я в детстве тоже так думал. Говорят, кур дает. Так что давай, прекращай. Так, быстрый доступ. Давай сюда. Не убейся. Да, хорошо. Мы можем что-нибудь с вами? Боеприпасы. Давайте, наверное, на дробовик, да, сделаем? Все, шикарно. Блин, как же ж мало всего. Стрелы можем сделать. Давайте стрелы делать. Ну, не знаю. Не знаю, честно. Что еще можно сделать? О, хейтеры. Так. Куриное яичко есть. Сохранить игру. Давай. Давай, пошлите дальше смотреть. Нам нужно будет с вами добыть ключ-карту, да? Правильно понимаю? Или неправильно, я не знаю, я уже запутался. Уже запутался, что нам нужно.
Так, и наверх можно. Марамбахарамамбурум. Я так понимаю, это еще не конец игры, я понял. Ладно, сейчас одну секундочку. 1:05. Так, ребят, давайте на этом, наверное, серию мы закончим. Следующую уже продолжим, посмотрим, что нас ждет впереди. И куда нам тут идти? Либо направо, либо налево. Ну, короче, нам тут нужно будет найти с вами ключ-карту. Замок второго уровня. И тут нужно будет спасти Эшли, ее как-то открыть. Так что пойдем направо, здесь залутаем, а потом налево. И походу будет назад, да? Так что все. Всем пока-пока и до потом, ребят.